Камынин зашевелился. Подействовало. Так, а это почему мне? Это главбуху. Да. Он не подписывает без вашей визы. А вы верните, он пусть подпишет. Это его обязанность. Арслан Шевалиевич, он говорит... Он подпишет. Губайдулин. Да. Да. А вы отправьте на пятую. Хорошо. Все? Так, еду на пятую. 18:30 закажите мне в Ралмаш, отдел сбыта. Хорошо. В приемный Нуришанов. Что у него? Он же никогда не говорит прямо. Привел какого-то молодого человека. А, ну давайте. Угу. Давайте. И вызовите мне машину. Хорошо. Арслан Шевалевич, с особым удовольствием хочу вам представить Анвара Тимбикова. Анвар Каримович? Сами попросились к нам в Калимат? Да. Анвар приехал к нам, как говорится, продолжать дело отца. Рабочая династия сейчас... Нет. Я просто думал, что мне поможет это в моем деле. Что поможет? Особое отношение к вам, как к сыну Карима Тимбикова? Ну, в общем-то, да. Я просто хотел воспользоваться этим обстоятельством. Дело в том, что... Так. Вы направлены к нам в Татарию после окончания института имени Губкина. Пришли ко мне представиться и получить назначение. Будем считать, что знакомство состоялось. Назначаю вас на 9-ю буровую. Рабочим. А я работал на производстве до института. У нас такой порядок. Инженеры сначала встают на рабочее место. И для вас ни в чем не будет исключения. Товарищ Нуришанов. Да. Коль скоро вы взяли на себя роль классного руководителя, обеспечьте молодого человека работой. Направьте в общежитие. Хорошо. Я могу идти? Да, безусловно. Нахал такой. Я ведь не знал. А мать её мне писала, что... Что? Писала? Ну, мальчик, мол, вежливый и обходительный. Странно. Что, Арслан Шевалевич? То, что из всех знавших Карима, Мановера вспомнила вас. Я свободен? Да. Арслан!
Мёду хочу. Ох, попадет тебе от отца. Нет. Он в поле грозу пережидает. В горле жжет. Прощения проси! Проси прощения! Поднись, сынок! От тебя! От тебя! Но погоди! Свали! Замолчи! Будешь виниться! Будешь ту виниться! Ну, оставили! Вот тебе! Ну, не упрямься! Вот тебе мед! Вот тебе мед! Вот тебе! Свали! Замолчи, старая! Свали! Ждала. Хотела голос твой услышать. Я тоже. Куда? В Донбасс поеду. В горное училище. Мне в сельсовете бумагу дали. А как же я? А я тебе письма писать буду. Каждый день. Я буду ждать.
супчик жиденький, но питательный. Будешь худенький, но пузатенький. А тут чем не питайся, от одного грохота похудеешь. Не нравится? Не нравится. А что же не нравится? Много лишней работы. Спуск подъема можно сократить втрое. Возьми, Анвар. Спасибо. Ну а как ты их сократишь? Шарошки изнашиваются. Трубы поднимать надо, подшипники менять. А бурить надо медленней. Вот и не будут изнашиваться. Правильно, инженер. Я за. А ты зря гогочешь. Двигатель такой есть, тихоходный. Тише едешь, больше здоровья. Я за, я за. Помолчи. Что за двигатель, Анвар? ШК-3. Крутит медленнее, зато сокращает количество спуск-подъемов. А чего же отдает? Да работать легче в три раза. Погоди, погоди. Медленнее, легче. Это все понятно. Но сколько же я метров пройду? Да. Сколько он метров пройдет? Метры ты наверстаешь на спуск подъема. А, слышь, Арбузов, наверстаешь. Давайте попробуем. Кстати, Анвар, управляющий сказал, что на днях переводит тебя в инженеры. Так, если я вас правильно понимаю, вы требуете утвердить одно из своих предложений уже на второй день пребывания в должности инженера. Я не требую, чтобы вы мне верили на слово. Я прошу, чтобы вы мне разрешили эксперимент хоть на одной буровой. На одной. Почему? Конец полугодия. Главное, план. Да. Угу. Значит, не разрешите. Без рекомендации главка нет. Угу. Понятно. Вы заявление на квартиру подали? Нет. Что, не хотите здесь оставаться? А вот на это не рассчитывайте. Останусь. Звучит угрожающе. А чертежи оставьте, я посмотрю. А имеет ли смысл? До свидания. На проекте нет вашей фамилии. Я же сказал, что это не мой проект, я только помогал. Что с действительной? Да можно сказать, с войны. Что-то поздновато с войны. Партизанил. Из леса вышел, снова в армию, потом Донбасс восстанавливал. А-а-а. Ну-ка, останови на минутку. Вот ты
Арслан Гали говорит, что нефть – это клад. Да, про клад еще отец говорил, но он говорил, что клад сделает человека богатым. А нефть мне что даст? Керосин? Так его и до нефти продавали по дешевке. Нефть всем машинам жизнь даст. А у меня машины нет. И Аллах не обещает, что будет. Здесь город будет большой, настоящий. С магазинами, кино. Каждый вечер будут картины крутить, а не раз в неделю. Кино, кино. Кино. Богатство, по-твоему? За него платишь деньги. Сидишь, ждешь, еще неизвестно, что покажут. Если нефть мне даст целый день кино, спасибо за такое богатство. Дело не в тебе, отец. Нефть – большое богатство для всего народа. А я не весь народ. Я один старый человек, Шевали Губайдулин. Что думает весь народ, сказать не могу. Да кто это скажет? Каждый говорит свою мысль. Так, видимо, и складывается народная мысль. Правильно, отец. Так и общее богатство получается. Вот я пойду на нефть работать. А учиться? Найду время, успею. Пойду на нефть работать, буду деньги большие зарабатывать. И другой также. И Файруза, и тебе, отец, работа найдется. И жизнь наша богаче станет. Так. Теперь я начинаю понимать. Значит, чтобы от этого клада разбогатеть, мне идти работать в этом черном керосине с утра до ночи. Нет. Отец говорил мне о каком-то другом кладе. Ну что мы спорим? Нефть есть. Пробкой ее не заткнешь. Вот! Вот это ты сказал уже не как мальчик. А теперь объясни. Если они вот здесь захотят поставить свою вышку, дом куда денут? В другое место перенесут. Дадут новую землю. Зачем мне новую? Здесь жил мой отец, дед, деда, отец нет. Новую мне не надо. Я здесь жить хочу. Так бы и сказал, что боишься, что у тебя огород отберут. Цыц! Когда коня куют, нечего свою кривую лапу подсовывать. Брось! Побегу я. Заходи, потолкуем. Арслан Гали. Сына, посмотришь. Фу, бесстыжая. Сестра твоя, Арслан Гали, корень отрезанный. Поешь, отец. Ладно. Мясо, что ли, я не видал. Мёд-то ты еще собираешь. Мановера! Мановера! Здравствуй, Арслан. Давно приехал? Вчера.
какая ты. Я сейчас был там, в нашей роще. Ты помнишь? Нет, не помню. Да ты что? Что ты говоришь? Ты не писал мне. Я перестала тебя помнить. Я же партизанил. Какие письма? В 45-м ты домой написал. Потом еще писал. Я не знал, как тебе написать. Оттуда все казалось таким детским, далеким. Ты понимаешь? Да, понимаю. Мама! Мама! Анварчик, а что надо дяде сказать? Здравствуйте. Дай, пожалуйста. У нас рыбки. Какие рыбки? В большой банке. Красивые. Спасибо! Все! Опа! Уронишь! Отцы сыновей не роняют, даже пьяные. Держи. А, солдат, вернулся. Вернулся. Хорош? Хорош. Ну что, 2 дня на отдых, а в понедельник выйдешь на работу. Беру тебя в свою бригаду. Да спасибо, я... потом скажешь. А пока будешь много слушать и мало говорить. Я из тебя нефтяника сделаю. Бурильщиком станешь. Молодой хозяин появился и сразу за дело. Молодец. Молодец, закуривай. Спасибо. Ты очень-то не старайся. Этому дому ведь недолго стоять. Почему? Новые дома здесь будем строить. 5-этажные. А отцу где землю дадут? А зачем ему? Он здесь и будет жить. Горожанами будем. Ты как, на работу устроился, нет? Нет. Так приходи в управление, на нефти работать будем. Я в Казань поеду, на завод. О, ну, нефть не каждому по плечу. Мам! А? Кто это был? А, у Дьярова квартирует Данилов, партийный начальник. А что он тебе говорил? Так, агитировал. Недолго погостил. Зря ты, зря. Вон Карим Тимбеков. Сколько? Зарабатывает. А такой же, как отец. А тот, бывало, откроет рот, легкие видно. А ты чем хуже этого горлопана? Мы свое прожили. А кто же будет хозяином в нашем доме? Не будет у него хозяина. По ветру пустят. Ладно, не причитай. Попил бы чайку с медом. Не хочу. Ты вправду уезжаешь? Да. Здравствуй. Дурак ты, Арслан Гали. Знаю я, из-за кого ты бежишь. Глупость какая! Вот и я говорю,
остался бы хозяином в доме. И бабушкин дом сюда перенесем. Вон оно что. На бабушкин дом глаза разгорелись. О чем же вы раньше-то думали? Когда бабушка одна осталась? На старости лет, а? Да ладно. О чем? Отец! Как курица! Всю жизнь добро под себя подгребаешь. Ты чего это? Раскричалась? От того, что дом мой. Я оттуда не уйду. И соединяться с вами не стану. Ха. Не хочу, чтобы мой сын в вашем доме как пасынок рос. Чей это сын? До сих пор неизвестно. Нагуляла, так уж веди себя поскромнее. Чайку мне, мать! Да, нагуляла. А я ведь с любимым гуляла. Любила я Ангай. Очень любила. Я и сына-то от любимого родила. А на остальное мне наплевать. И правильно делаешь, что уезжаешь. Сиди тут с ними. Да перестань ты возиться с этим медом. Это ж тебе, сынок, на дорожку. Не ем я мед. Не ем. Арслан! Ты куда? Казань. Зачем? На завод. Так. А я-то из тебя хотел человека сделать. Что, нефти испугался? Правильно. Нефть джигитов любит. Пошел! Стой! Держи! Опа! Ты что, мол, набил? Камнями, что ли? Книгами! Поехали! Поехали! Большое начальство едет. Большое на запорожцах не ездит. Ребята, кончай греметь. Принимай гостей. Знакомьтесь. Эти бородатые мыслители решили нас позабавить. Здравствуйте. Смастерили вот эту вот штуковину. ЭШК-3. Тише едешь, дальше будешь. Чего-то спирального. Железного и длинного. Интересно. Да? Как у нас с планом? С планом? Ну, на 83 метра впереди. Значит, есть запас? Ну, есть. Будем ставить. Ну что, Рашид ага? Исторический момент налицо. Исторический момент будет, когда мы с тобой влипнем в историю. Влипнем? Обязательно влипнем. С этой мясорубкой мы не можем не влипнуть. Ничего, котлеты из меня будут делать. Не скажи. Нам с тобой на одной сковородке шипеть. Вроде бы идет, а вроде бы и нет. Слушай, инженер,
мы бурим или не бурим? Бурим. А почему звука нет? А не будет звука. Понял? Звука не будет. Скорости не будет. Плана не будет. Денег не будет, а будет музыка. Я на нефти 18 лет. Всего повидал. Понимаешь, Анвар? Это не работа. Почему? Ну как почему? Не чувствуешь, что работаешь? Mm. Ну да, поту нет. Так нам зато и платят, что потеем. Мы же не на курорте. Ну мы же договорились, Рашид ага. Вы же обещали. Обещал, обещал. Я не отказываюсь. Попробуем. Но мое мнение, это у нас не привьется. Ведь работать-то легче. Легче. А вот интереснее ли, а? Когда на трубобуре работаешь, ну, богатырем себя чувствуешь. А что? Психологический фактор, понимаешь? Когда на жеребце галопом скачешь, называешься наездник. А на ишака пересядешь, как ты будешь называться? И потом, сколько мы на этой скорости зарабатывать будем? Да столько же. А, это тоже нельзя забывать. И потом мы не на ишака пересядем, а на автомобиль. Автомобиль? Угу. Ну-ну. Езжай рядом. Остановите машину. Коля, давай. Немедленно остановитесь. Тормоз не работает. Прекратите ваши шутки. Вы знаете, что я с вами сделаю? Нет, а что? Я вас выгоню с волчьим билетом ко всем чертям собачьим. Волчий билет — это что-то буржуазное. Вы меня можете уволить, но не выгнать ко всем чертям. Я за себя не отвечаю. Остановитесь немедленно. Водитель, вы уволены. Остановите машину и сдайте ключи. Шофер не виноват. Вы не имеете права его увольнять. Свои права я знаю. Вы авантюрист Тимбиков. Почему самовольно поставили Эш-К3 на вышку Хакимова? Что за самодеятельность? Это эксперимент. За этот эксперимент получите строгий выговор с предупреждением. Я знал, что вы без этого не сможете. Слушайте, вы или нахал, или идиот. Поезжайте на буровую, бурите турбобуром. Реформатор, ваша бригада срывает план. Ну дайте мне хоть за что-нибудь-то отвечать. Я же инженер, сами меня назначили. Ну к чему эта мелочная опека? Я вас об одном прошу, не мешайте мне. Ну будет вам план. Если я в конце месяца не дам план, вот тогда и рубите мне шею. Давайте рискнем. Ну что вы, никогда не рисковали? Ну подождите, до 1200 хотя бы. Ладно, на оперативке разберемся. Спасибо. Я вас не уволил только потому, что знаю, такая возможность мне еще представится. Конечно, представится. Я же не за то, спасибо. Я за Колю. Он действительно ни в чем не виноват. До свидания. Обоих уволили. Надо бы. Прохиндеи.
Эй! Чего ты там застрял? Ну опять этот соложонок барахлит. Тьфу ты! Перекур, Джамиль? Перекур, перекур. Опять из-за него в половину меньше прошли. Педагогика. Детский сад. Ты что? Ты же мне всю вахту остановил! Я тебе показывал или не показывал? Показывал. Показывал? Соскучился по горячему. Двое суток на буровой. Зачем ты себя изматываешь? А, закончим скважину, тогда отдохнем. На 20 дней впереди графика идем. Вот так-то. А где там Анвар? Поди вырос уже, пока отец работает. Спит еще. А Арслан-то, Губайдулин, настоящий мужик стал. Как там чаёк? Сейчас заварится. Да, мужик. Необученный еще теленок. Ну да ничего. Научим. Научим. Все, ребятки, дело сделано. Все! 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 Какой гордый не хочет. Ну что ты не был? Да, это спасибо, спасибо. А это вам. Ой, братцы. Ну что? Хватит, садись, садись, садись. Пожалуйста. Постарайтесь, а то я... Откуда, думаю, у нашего Карима такая сила и энергия? Оказывается, виновницей тут является прекрасная хозяйка, Мунавера. Потому что она ежедневно готовит Кариму такие вкусные кушанья. Ишпешмак, парамаш, булле, штук-мач. И приготовила нам великолепный стол. И поэтому я поднимаю тост за здоровье прекрасной хозяйки. Спасибо, хозяюшка! Когда мы с вами впервые познакомились, Иван Лукьянович, вы еще были в лейтенантских погонах. Да нет. У меня был чин капитана на ее. В нашем селе жил человек по имени Аубекир Паломник. Нет, ничего плохого сказать о нем я не могу. Так вот этот самый Аубекир
А я не уважаю буржуазных дипломатов. Не уважаю, и все. У меня свой аршин и свой безмен. Да, но буржуазные дипломаты об этом не знают? Не знают. Ты, Карим, поверь моему слову. Крылья-то у тебя орлиные. Я тебя их расправлю. И у нас с тобой может большой полет получиться. Крылья-то я и сам расправлю. А ты не мешай. А то ведь пока взлетаем, но спотыкаемся. Вот теперь я припоминаю, Иван Лукьянович. У вас было тогда 4 звезды. Вы ошибаетесь, Наил. 2 просвета и большая звезда меня произвели майоры. Иди, иди. Запретить приказ подписать это недолго. Я вот что хочу сказать. Да, пожалуйста, Рашид ага. Сын у меня старший в этом году в институт поступал. Не поступил. Ха. Давай, говорю, на буровую. Не хочу, отец. Почему? Живот, говорит, не хочу надрывать. Ну, значит, так воспитывали. Ну, воспитывали как могли, не в этом дело. А ваш-то сын где? Мой. В медицинском. О! Ваш в медицинском, мой в лаборанта устраивается. А бурить-то кто будет, когда мы на пенсию уйдем? Люди умные пошли. Одними руками работать не хотят. Да и время теперь другое. Ну, давай, 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 далеко не уедешь. А ведь новый двигатель. Культура в бурении. Ну, непривычно на нем работать. Лихости, что ли, такой прежней в работе нет. Ну, может быть, и... привыкнем? Ведь не такие штуки внедряли. А вспомните внутриконтурное заводнение. Ну, не надо этих сравнений. Заводнение – это наша слава на весь Союз. А ваш этот тихоход? Занят. Для всех занят. У него совещание. Переключаю на производственный.
Тысячные затраты на новый двигатель. Раз. Новая номенклатура. Два. Потеря времени на освоение, наладку и тому подобное еще и 3, 4, 5 и 10. Товарищи, не мне же вам объяснять. Вы сами прекрасно понимаете, это же не эксперимент. Это же растранжиривание государственных средств с угрозой плану. Иногда не мешает рискнуть прогрессивкой ради прогресса. Вы, Тимбиков, видимо, еще слабо представляете себе, что значит невыполнение государственного плана. Еще неизвестно. Может, и тихоход станет славой. Вот именно, неизвестно. Ну так что, мастер Тимбиков, не подведешь? Скажите, я когда-нибудь вас подводил? Нет, ну вот честно, когда-нибудь я подводил вас, а? Какой задиристый. А? Нефть любит джигитов. Это верно. Но не каждый джигит первый на финише. Нефть специалистов любит. Ребята, стой! Эй! Ладно, мне некогда. Я напрямки. Куда ты? Мы тебя до буровой довезем. Нельзя. Он же простудится. Ничего. Он парень лихой. Да, лихой. Он всех обгонит. Не мастер, а клад. Ни перед чем не остановится. Вот это меня и беспокоит. Ты свою молодость забыл. Вспомни, какими мы были. Зазнался, Карим, зазнался. Скромность теряет, а это опасно. Нет, братцы, с таким мастером мы не пропадем. Кипяток, а не мастер. Кипяток. Как водичка. Водичка? Парное молоко. А мы думали, купальный сезон закрыт. Ну вот, а для меня открыт. Нет, ребята, я не могу в такую погоду смотреть на голову человека. Одевай давай. Ну ладно, тихо. Нам разрешили идти на рекорд. Ура! Давай, 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 живее! В темпе, в темпе! Живее, живее, ребята! Где цемент? Я тебя, Гришано, спрашиваю, где цемент? Что? Нет, не завтра. Я тебе говорю, не завтра, ты мне его сегодня привезешь, понял? Гришано! Девушка, дай-ка мне Габасова. Я тебе говорю, Габасова дай! Thank you.
Почему бригаде Тимбикова не отправлен цемент? Цементный завод задерживает поставку. А на очереди Буровая Хасанова. Цемент отправлен по графику. Завод, график, анау, манау. Цемент у тебя есть? Я же вам доложил. Цементный завод не додает. Цемент у тебя есть? Цемент, конечно, у меня есть. Но это, так сказать, резервы главного командования. Ты думаешь, мне неизвестно, почему ты хочешь Тимбикову сухожилие подрезать? Ты на него обиделся за одно слово и хочешь сорвать рекорд всего управления? Я? Сорвать? Что вы? Я же всегда его поддерживал. Это же я предложил его вам в рекордсмены. Если вы помните. Ты без пользы для себя ничего не сделаешь. Как он тебя назвал? Ну? Подхвостник. Ну и что? А если бы он тебя назвал подпругой? Местоположение важно. Слушай, он же горячий. Ну, вырвалось. А цемент дать. Немедленно. И повезешь сам. Иди. Иди. Цемент. Да. Цемент! Везут. Везут. Ну что, мастер Тимбиков, будет рекорд? Будет. Будет рекорд. И вот, встречай на улицах Калимата победу Карима Тимбикова, мы будем вспоминать о победе, одержанной его бригадой. И вместе с тем, всем нашим управлением. Получай, бригадир! Получай! Получай! Давно ли ты, мама, стала такой набожной? Что-то раньше за тобой не замечалось. О, Аллах. Грешно так говорить, сынок, грешно. Все силы вам отдавала. Некогда было мне молиться. Как цветочки вас растили. Поили, кормили. Видно, умные выросли. Родители теперь ни к чему. Ну ладно, мама, все понятно. Нет, сынок. Не ладно. Ну что, сынок? Век думаешь, без жены обходиться? А? Или мне не хочется маленьких внучат понянчить? Или я права не имею собственного сына на свадьбе погулять? Мне учиться надо, мам, учиться.
А мне соседи проходу не дают. Может, у твоего Арсланга или какой недостаток? Ну ладно. Иди лучше молись. Нет, не ладно. Я пойду в контору. Я начальнику пожалуюсь. Сынок. Неужели тебе жениться трудно? Ну, бегал никогда не простудится. Ну, номера! А что? Номера открывай! Соседи спят. А какие соседи? Соседи устать пора. Номера! Ну, жена, Тимбиков, сын нищего Тимбикова. Тише, тише. Ну, Тимбиков, А кто теперь Тимбиков? О, Тимбиков рекордсмен. Спать иди, рекордсмен. Уйди. Уйди, я сама знаю, что надо делать. Уходи. Уйди. Свидание тебе назначил. Да, не могу больше. Что мне делать? Ты у меня это спрашиваешь? Что с ним стало? Соседи не поймут. Нарядов сколько душе угодно. Денег куры не клюют. На собственной машине раскатывает. Господи! Счастье! С вахты приезжает обросший, грязный. Закончит скважину, напивается. На уме только рекорды и слава, как будто ничего больше и нет на свете. Слава, деньги, опротивила мне уже эта жизнь. Хочешь? Уедем. Сама тебя зову. Сама на шею вешаюсь. Почему ты не дождалась меня? Долго тебя не было. Thank you.
Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, я скоро ухожу. Даша, познакомься с Арсланом Шевалевичем, управляющий нашего треста. Даша. Очень приятно. Кофе, коньяк? Как? Нет, спасибо. Сухого? Я сейчас пойду закажу. А то их не дождешься. Анвар мне рассказывал о вас. Да, могу себе представить. Нет, он о вас хорошо говорил. Только у меня впечатление, что он вас побаивается. Меня? Ага. Нет, это я живу постоянно в страхе. Есть одно спорное дело, которое я ему запретил. И вот теперь жду, какую он мне подсунет мину. А разрешить нельзя было? С моей точки зрения, нет. Но вы же говорите, дело спорное. Спорное. Вы недавно в городе, я вас не видел раньше. Месяц назад приехали. Наша группа будет проектировать экспериментальный квартал на левом берегу. Вы архитектор? Да. Очень приятно. Неплохое кафе построили. Не знаю, немного все тяжеловато. А мне нравится. Вот как? Я здесь часто бываю. Вот там. За той кофеваркой, примерно там, стоял дом, в котором я родился. Здорово. А где-нибудь, наверное, недалеко и наш дом был. Да, как выйдешь из кафе, через дорогу, наискосок, там кинотеатр сейчас. А вы знали моего отца? Конечно. Я работал у него в бригаде. Мама мало мне о нем рассказывала. Он был... Мне бы очень хотелось знать, каким он был. Он был хороший человек и отличный нефтяник. Отличный. А маму вы хорошо знали? Калимат небольшой был городок. Все друг друга хорошо знали. Твоя мама была первой красавицей в Калимате. Она и сейчас красивая. А ваша семья живет в Калимате? Нет. Там, где находится эта шумная компания, у отца был сарай, где он хранил кадушки с медом. И мы, бывало, часто пользовались этим обстоятельством. А замок легко открывался гвоздем.
что выстроились? Стенки обваливаются. Обсадную трубу опускать надо. Ее еще надо было утром опускать. А вы тут затылки чешете. На чем опускать? Ни хомута, ни элеватора нет. Ох, Нарешанов, доберусь я до тебя. Давайте на катушке опускать, на легости. На легости не потянет. Потянет, потянет, по 2 тонны тянуло, а тут не потянет. А тут не 2 тонны. Ладно, хватит. Ты что, мастер, спятил? Это ты мне? Завидуешь. Я же знаю, чему ты завидуешь. Ученого из себя строишь. Правильного оса. Молчи. Тогда будем работать. Мы с вами рекорд сделали? А если сейчас бригада в хвосте окажется, что тогда скажут? Что рекорд был липовый. Кто не хочет марку держать, может уходить с буровой. Пошли. Стой! Никто никуда не идет. Рисковать людьми не дам. Трус. Ты же мне бригаду разлагаешь, авторитет. Людьми рисковать не дам. А ну все уходите с буровой, все! Я один поднимать буду! Иди к мотору. Вера ее! Вера, Вера! Видишь, не тянет. Не тянет. У нас да не потянет. А ну давай, Русланчик, еще немножко. Давай, 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 давай. Да. Идей у тебя много, Арслан. Образования не хватает. Тебе сейчас на ноги надо вставать. А придумывать время у тебя еще будет. Вот выйдешь отсюда, направим тебя в Москву учиться. Стипендиатом республики поедешь? Поеду. Ну, поехал уже. Не сросшись, а туда же. Срастется. Такие быстро срастаются. Еще бы. Ну, все тебе привет шлют. Прислали вот. Спасибо. А как там семья Карима? Уехали. Насовсем. Уехали. Насовсем. Да. Карим, Карим. Иван Васильевич, Иван Васильевич, подожди!
Ой, ничего не понимаю. Ты приехал? Нет, я проездом. В Москву. Как ты? Ничего. Сессию сдаёт 4-й курс. Молодцом. А как сын? Хорошо. Почему поздно позвонил? Пока телефон узнал и... Может быть, я... Нет. Не нужно. Мы никогда не встречались. Всегда только прощаемся. Я напишу. А зачем? Не нужно. Поезжай. Поезжай. Всю жизнь ты своей любви боялся. Не знаю. Ломал себя, ломал. А зачем? Слишком строгим тоже нельзя быть, Арслан Гали. Жестоким станешь. Ладно, ладно. Дамские это разговоры. Вот-вот. Слишком ты мужчина. Чай пить идите, мужчины. Ну, я, братцы, побежал. Да, весь отпуск. Вот так. Да, молодежь живет со скоростью звука. А это наземная молодежь, дядя Арслан. Мы живем побыстрее. Разик так в 2,5. 2,5? Нефти на вас не напасешься. Ну уж постарайся. Дядя Арслан, надо. Носится в небе, а? Что они там видят? Землю, мама. Всю в целом. А частности оставляем на отпуск. Кое-какие. Марат. На, в частности передай. Ну, я побежал. Ключи беру. Вернусь поздно. До свидания, дядя Арслан. Беги, беги. Частности, это для них. Да. Ты хоть ужинать, приходи. Да у меня и ужин-то по скользящему графику. Однолюб ты, как я. Ненормальный. Весь век будешь старой памятью жить. И так весь век я, как ни странно, спешу, надеждой дорожу, но прихожу то слишком рано, то слишком поздно прихожу. Здравствуйте, Арслан Шевалевич. Извините, пожалуйста, что я вас беспокою. Что у вас?
Вот. На пенсию. Да. Так точно. Без всяких церемоний, без всяких разговоров, так сказать, без всяких уговоров. Да. Вот за что я вас уважаю, Руслан Шевалевич. За прямоту и откровенность. Я ведь человек маленький. Прямота и откровенность для меня роскошь. Деликатес. Что-то вроде красной икры. Ну, а короче? Короче? Сколько лет я ждал вот этого момента? Зайти вот в этот кабинет. Сесть. А сидеть тут мягко. И высказать. Что? Сколько на моих глазах вот на этом месте перебывало. Приходили, уходили. Ах, как трудно было вовремя улыбаться. Глаза опускать. Когда на самом-то деле каждому старался помочь. Подсказать. В лепешку разбивался. Так и не смог. Не смог угодить. За что же вы меня не любите? Мне даже не обидно, а непонятно. Ну, когда этот Тимбиков-младший с таким гонором на меня посматривает. Мне ясно. Он перспективу строит. Молодежь. К ним уже мне не приспособиться. Да, Руслан Шевалевич, это затея с двигателем тихоходным. Бросьте вы голову ломать. К чему вам это? Ни для кого не секрет, с Нового года вас ждет столица, министерство. Стоп, стоп, Рахим Хасанович. Я вас не понимаю. Вы пришли крупно поговорить. И опять же комплименты. Не понимаю. Да? Да-да. Действительно. Не смог. И так всю жизнь. Да. Да. Ирина Семеновна, давайте подпишем. Так. Бумаги какие есть, подготовьте, пожалуйста, Екатерина Семеновна. Завтра еду в объединение.
Хорошо. Да, и вот еще что. Подготовьте, пожалуйста, приказ такого содержания. Буровую Хакимова выделит для промышленного испытания агрегата ЭШК-3. Ответственным за испытание назначить инженера 5-го участка Тимбикова АК. Этот приказ во изменение предыдущего? Да, Екатерина Семеновна. В изменение. Одна судьба на двоих.